Новая волна распространения оспы обезьян не представляет для Европы такой же угрозы, какой была пандемия коронавируса. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге. Он подчеркнул, что опасность инфекционного заболевания для населения в целом невелика. По словам главы бюро, правительства европейских стран знают, как бороться с эпидемией вируса. Однако для полного устранения угрозы не хватило необходимых ресурсов. Напомню, ранее ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за эпидемии оспы обезьян. Нынешняя вспышка заболевания распространилась на 18 стран Африки. Самая сложная ситуация в Демократической Республике Конго. Там свыше 16 тысяч инфицированных, из них больше 500 человек скончались. Кроме того, вирус зафиксирован в Нигерии, Швеции, Испании и Пакистане.